У вас, возможно, бывало такое, что вы смотрели на других и думали, почему они в моем возрасте добились большего? Почему у кого-то в моем возрасте классная фигура, а у меня нет? Или же, почему я не отличник? В этом видео я хочу вам рассказать о том, как можно измениться в лучшую сторону за год. Если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной. Всем привет, с вами СТВ Саша, и 2021 год только начался, а это значит, что у тебя есть целый год, чтобы изменить себя и свою жизнь. Мне кажется, что я очень изменилась за 2020 год, конечно же, в лучшую сторону. Очень много разных событий произошло за этот год, также самое главное, это то, что я начала снимать активно на YouTube, но сейчас не об этом. Также за 2020 год в целом я выработала у себя очень много полезных привычек, которые соблюдаю по сей день, поэтому надеюсь, что этим видео смотивирую вас изменить себя, вести у себя полезные привычки, или же стать более продуктивным. Шаг первый. Напиши свои цели, возьми свою любимую тетрадь, цветные маркеры и напиши цели. Сделай это красиво, так как нравится именно тебе. Еще перед тем, как вы начнете составлять свои цели и мечты, я бы хотела сказать одну вещь. О том, что когда я писала, как мне казалось, непостижимые цели на год, то я все-таки их достигала, я советую вам не занижать свою самооценку и писать цели глобальнее. Я не знаю, как у вас, но у меня это сработало. Я считаю, что визуализация желаний очень важна, поэтому мы открываем сайт под названием Pinterest, находим там картинки наших желаний, мечт и тому подобного. Можете зайти на мой Pinterest, потому что там есть очень много классных досок, собственно, с разными прикольными картинками, ссылка на него есть в описании. И, в общем, я сейчас хочу сделать обои с моими картинками мечты. На видео просто показываю пример. Взяла картинки, которые мне понравились, и, собственно, сейчас с помощью вот этого вот сайта я буду себе делать обои на ноутбук, потому что каждый день я буду смотреть на эти фотографии, вспоминать о них и, конечно же, идти к своей цели. Точно такие же обои вы можете сделать и на телефон, если выбрать формат. Это было очень просто, быстро, а самое главное, красиво, и мне очень нравится мой результат. Второй шаг – откажитесь от своих вредных привычек. Когда мы встаем с утра, мы сразу же берем свой телефон, проверяем соцсети, смотрим ТикТок, отвечаем на сообщения, и иногда из-за этого мы долго не встаем из кровати, и таким образом вы можете потратить лишних 10-20 минут своего свободного времени. Согласитесь, бывало и такое, что вы чистили зубы и в то же время чекали свои соцсети или за завтраком тоже не отрывались от телефона. Когда вы проводите много своего свободного времени в телефоне, вы становитесь нервными, возможно, забываете о других своих утренних делах. Поэтому я советую с утра выработать у себя такую привычку, просто ставить телефон на авиарежим, в режим сна и выключать звук. Хочу вам предложить правильный вариант того, как нужно провести свое утро. Первое – это, конечно же, отказаться от своего телефона. Второе – пейте воду. Если вы выпьете воду на голодный желудок, это поможет повысить вашу энергию, также улучшить метаболизм, уменьшить вес и вывести токсины. На самом деле у воды есть очень много полезных свойств. Третье. Прочитайте книгу. Задумайтесь над тем, когда вы последний раз читали какую-либо книгу. Конечно, бывают исключения, но в основном мы откладываем чтение на третий план и редко читаем. Поэтому вместо тех 10 минут в телефоне их можно провести, читая свою любимую книгу или же книгу по школьной программе. Потому что, например, мы очень часто пишем различные тесты, где нужно знать содержание книги. Четвертое. Займитесь йогой, сходите в ванную, в душ, приготовьте завтрак, научитесь готовить. Или пока готовишь, можно слушать музыку или же читать книгу. Это просто вариант того, как можно провести утро продуктивно. И самый главный совет вам – научитесь сохранять время, повышайте продуктивность, проводите время с пользой. Перед сном выключите свой телефон или поставьте его на авиарежим, ложитесь спать раньше, если вы хотите показаться крутым, лежать в час или в два ночи, то на самом деле это очень вредит вашему организму, если вы ляжете раньше, это поможет вам контролировать ваш вес, улучшать всякие жизненные процессы, и вообще сон – это очень важная вещь.
Станьте активным. Я думаю, что активный образ жизни не помешает никому. Это всегда весело, интересно. Можно погулять в лесу, в парке или просто собраться вместе с друзьями на выходных. Вообще, активный образ жизни — это не только прогулки на свежем воздухе, но и, конечно же, тренировки. Необходимо следить за своим телом, регулярно это делать. Конечно же, не все получится сразу, у вас будет пропадать желание, вы подумаете, что у вас ничего не получится, и у вас будут опускаться руки. Это разочаровывает, но не сдавайтесь. Всегда идите к успеху. Шаг номер 4. Гигиена. Заправляю свою кровать каждое утро. Выполнив это, вы осознаете, что вы сделали уже какое-то действие, и ваш день начинается продуктивно. Поверьте мне, все следующие ваши действия будут гораздо легче, если вы выполните такой простой шаг. Следи за собой, пользуйся гигиенической помадой. Я хочу вам показать мои, которыми я пользуюсь. У меня, например, есть вот такой вот классный скраб для губ, который пахнет виноградиком, и он очень хорошо увлажняет и питает губы. Также вы можете попользоваться различными кремами. У меня, например, есть вот такой вот гель алоэ. Это не совсем крем. Вообще его можно носить на совершенно разные места, и на лицо, и на тело. Он очень классно также увлажняет и летом, кстати, даже помогает от ожогов. Ну и, конечно же, маски, патчи. Я знаю, что они особо не помогают, но лично мне они не дают особого эффекта. Но так чисто повеселиться, мне кажется, будет прикольно и просто увлажнить лицо. С Нового года, конечно же, у меня есть много наборчиков, которыми сейчас я буду активно пользоваться. Будьте опрятными, ухаживайте за своими ногтями. Сейчас я буду покрывать их вот таким вот прозрачным лаком. Он очень хороший, и мне вообще нравится, какой эффект он дает на ногтях. Далее я буду наносить вот такое вот прекрасное масло для волос, такая вот защита. Перед тем, как выпрямлять свои волосы. Я, конечно, это, к сожалению, делаю не всегда, но все же. Можно сделать простой, естественный макияж, который будет подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки. Для этого не обязательно использовать тонну косметики, а можно использовать несколько средств, с помощью которых вы преобразитесь. Шаг 5. Еда. Посмотрите, чем вы питаетесь сейчас, и, возможно, вы поймете, от чего у вас есть лишний вес или почему ваша кожа не в лучшем состоянии. Конечно, я не призываю вас полностью отказаться от любимых вкусняшек, их можно есть, но не в огромных количествах, или же заменить их на какие-то другие альтернативы. Конечно, какую-то вредную еду можно есть, но не в огромных количествах, тогда вредная еда не будет так ухудшать ваше состояние. Вообще, я не ела сладкое на карантине, на самом деле это было очень классно. Шаг номер 6. Научитесь чему-нибудь новому. Когда мы смотрим на других людей, думаем, что мы никогда не сможем так же научиться и просто разочаровываемся в себе. Но я советую вам никогда не думать так, потому что всему можно научиться, если захотеть. Если ты хочешь завести канал, то начинай. Если хочешь научиться монтировать видео, никогда не поздно начать. Главное — найти в себе силы и желание. И, конечно же, это поможет вам отвлечься от вашего телефона и меньше в нем сидеть. Рисуй, играй на гитаре, танцуй, заведи свой ТикТок и снимай популярные тренды. Возможно, ты станешь популярным там. Конечно же, не стоит бояться осуждения со стороны своих друзей и одноклассников. Если они осуждают вас, это их проблема, они просто вам завидуют. Делай то, что тебе нравится и приносит удовольствие. Шаг 7. Обязательно не забывайте про отдых. Быть продуктивным — это, конечно, хорошо, но если вы бесперерывно 365 дней в году будете только продуктивными и не будете уделять время на отдых, то вряд ли из этого получится что-то хорошее, поэтому всегда вы должны находить время на то, чтобы отдохнуть, элементарно выходные, расслабиться. Конечно же, я не говорю о том, что нужно отдыхать постоянно, но отдых тоже необходим. Иногда, когда я отдыхаю, мне кажется, что я непродуктивна и что обязательно должна что-то делать, как-то нагружать свой мозг, что-то учить и тому подобное, и на самом деле это качество мешает мне по жизни. Если вы можете спокойно отдыхать и не париться, это очень классно, поэтому постарайтесь не думать о том, что вас загружает, и просто отдохните. Проведите время с друзьями или семьей, можете созвониться со своими друзьями по фейстайму, чтобы поболтать или вместе поиграть.
И запомните, что главный залог преображения глоуапа – это, конечно же, любовь к себе. На этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, что после просмотра данного видеоролика ты понял некоторые вещи или же просто элементарно захотел изменить свою жизнь к лучшему, чтобы стать более продуктивным и все успевать. На этом все. Всем пока!